Мы принимаем срочные меры ежедневно для того, чтобы город был готов к бою. Это с точки зрения фортификационной. С точки зрения настроения населения, конечно, видно, что люди, дончане, живут еще все еще глубоко мирной жизнью. Они слабо себе представляют, что или не верят в то, что может произойти, что противник, то есть украинское карательное подразделение, смогут открыть массированный артиллерийский огонь, будут наносить массированные авиационные удары по жилым кварталам. Ну, мы тоже в это не верили долгое время, но за месяц, вернее, за три уже осады, ну, за месяц активной осады мы убедились, что противник избирает тактику даже действия не против наших вооруженных отрядов, отрядов самообороны, ополчения, а террористическую тактику разрушения, уничтожения инфраструктуры, уничтожения промышленных предприятий. В первую очередь ударом, как это ни странно, вернее, для меня это не странно, но для кого-то, может быть, выглядит странным, и в Славянске, и в Краматорске подвергались не позиции ополчения, хотя они были прекрасно известны, и даже не городские кварталы, а заводы и промышленные предприятия. Противник, в частности, под Николаевкой, три дня обстреливал ТЭС, на которой не было ни одного ополченца. Причем обстрел продолжался еще сутки после того, как ополченцы покинули город. То есть никакого смысла в обстреле не имелось. Точно так же обстреливались территории ряда заводов, на которых ополчения не было как таковых в Славянске никогда. Там не было ни блокпостов, ни даже застав. Тем не менее, они регулярно и тщательно разносились артиллерией. То есть речь идет не о том, чтобы было выбить ополченцев из города, не шло об этом. Речь шла о том, чтобы, выбивая, максимально разрушить инфраструктуру, оставить людей без работы, без жилья, без всего прочего. Практически решить задачу по склонению населения к уходу, к лишению его средств к существованию, даже после того, как боевые действия закончатся. Я полагаю, что нынешние украинские руководители и руководители их армии не остановятся перед тем, чтобы попытаться сделать то же самое с Донецком. Ни у кого не должно быть иллюзий. Даже если мы отсюда уйдем, жития дончанам здесь не дадут. В так называемой Объединенной Европе не нужна конкуренция со стороны донецкой промышленности, не нужна конкуренция со стороны ученых. Здесь нужен просто территория, с которой они планируют взять несколько сот тысяч или, может быть, даже несколько миллионов дешевой рабочей силы, чтобы использовать ее в Европе. Это максимум, что они хотят. И сланцевый газ еще. Насчет сланцевого газа, ну, я ничего не буду говорить, поскольку я не специалист. А вот что они стремятся уничтожить промышленность Донбасса, которая, во-первых, представляет собой серьезную конкуренцию европейской промышленности, а во-вторых, работает вся на оборонку России в значительной степени. Вот это совершенно точно.